быстрее, Герч! Я слышу, как сишки пищат. Пошли. Я вижу их, одного вижу. Где он? Да? Угу. Чини шаг, чини шаг. Тихо. Убил? Минус два! Давай, что там? Герч, охраняй, перезаряжаюсь. И здесь больше нет, ты что гонишь? Это пусто, слышишь? Все! Сишка! Это я на, аптечку выкинул тебе. Надо было раньше к ним подходить, был, больше бы сишек забрали. Я лутаю это. Лутай всех, я пойду завод залутаю. Надо было раньше, они столько взрывали. Ты же говоришь, что человек 10. 3000 топлива забрал. Кто-то бежит возле дома? Я, посади меня. Что? Алло, что за нахер? Кто дверь открыл? В смысле, как ты сделал? Как ты замок снял? Его не было здесь. Подсади меня, пожалуйста. Там ничего нет. Вот тут лут. Задамажено, давай фишку кину. Кидай. Я пока фоткаю, не дергаю. Если там рез, то это будет жесть. Я у них забрал 5000 серы. И... О, я вниз упал. Надо было другую взорвать. Сосед надо взорвать. Да, да, вот тут, походу, лутецкий у них. Да. Ты пыхтись домой, давай, бери, возьми две сишки. Помоги. А стой, 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 где ты? Это ты? Фу, блядь. На, лови. Чё это? Подожди, мне хватит места? Вот здесь сейчас выкинем, по-моему, говно. На, дерево, вот. И жир. Блин, сейчас кем кирчу за такую дефарму. Обломали пацанчиком рейд. Помню. Какой это? Кир. На ту надо было раньше заходить, больше бы сишек взяли, по-моему. Но... Да, у них, в принципе, немного сишек не потратили. Не 6 сишек. Но они потратили это 8, что точно. Ну, 6. Ой, я уже обосрался, уже меня шмаляют. Вон, а, что? Там либо строят, либо взрывают, но еще и взрывают это вот с той стороны. Ой, просто. Че, брать две сишки добьем? Я не знаю. Давай две сишки, вон че, сейчас. Ладно, давай. ТПР. Эти у них приема. Гиря. Тихо-тихо! Минус. Тихо-тихо, у меня оружия нету. Чё, это лук не был? Не знаю, но был в кофте. Нет, бичара. А где Влад? Не знаю. Давай быстрее, Герч, вставай. Пошли. Тебе шприцы нужны? Нет, мне 3 шприца, 5 аптечек больше. Ну ладно, у меня 22 шприца. 10-4. 48 патронов. Ну, вместе с объемом. А, надо калаш отжимать, у него скоро сломается. Да были.
Ты чё будем бахать? Вот это или он ту фигню? Я думаю, что там будет наверх. Сейчас, подождите, чуть-чуть. Все, чуть-чуть. Давай сначала... Кто это? Пикает. Посади мне, Герч. Вот в этой, золотой дверью. Нет. Минус. Минус. Посади меня. Подожди, а как он тут оказался? Ну, через это здесь. О, как раз калаш принес. Тогда это не укидывай, почему. Открыл. Сверху идет. Ой, снизу, снизу, внизу он. А, нет, с хз, сверху их двое. Дверь Живут? Открыта, дверь открыта. Живут он был, нет? Нет, там дверь внизу открыта. А что, сишку на? Дверь идет вот сюда, вот смотри, где я прыгаю. У них где-то на первом этаже, да, этот, как его? Ящик. Лут у них, походу, вот тут, в центре или вот тут. Мне кажется, вот здесь у него, это, как его, ящик. Вот тут, в центре. Взрывает центр? Жди. Алло, тут... пацаны. Тут дверь. Взрывает центр, да? Что вы делаете? Ну, бахаем хату. Все, без меня. Центр ломаем. Давай. Короче, только сидел в реальном скайпе, включал видео фак ГГ, короче, и мне хом завис начал тарахтеть и рожек обзор на весь экран. Вот так вот орать. Чё там? Наверное, на весь дом. Нет, шкаф был! Шкаф сломал, блин, главный шкаф сломал. У меня есть шкаф, ставлю. Так не... А, ну все. Я не могу поставить. Вот сюда иди, там билдинг, потому что, сюда иди. Уйди. Ставьте, где он стоял. Ну, ставь. Я не могу, подсади меня на второй этаж. Я не... Поставил, все. Поставил? Ремувы. Авторизуйся. У вас нет прав. Ты не авторизовался. Не удается статьи объект для удаления, удостоверитесь, что достаточно, что? Ну-ка, слезь оттуда, иди сюда. Я а строиться кто? Могу. А. Есть дерево, Герч? Нет. На туре. А у этого есть? Не, только топор у него есть. Что? Ты замок? Да. Ну-ка, подсади меня. А что здесь Фак, это? ГГ. Кто-то вниз идет. Фак, ГГ. Слышь, тут это-то можно строиться. Я сейчас пробежал вокруг дома, построиться к ним на крышу можно. А он с ресурсами, снизу он без ресурсов, значит ресурсов да, нет. Да, наверху у него, походу, это башня. А вы кого рейдите? Не ты знаю, пацаны кого-то рейдили. У меня нету. Значит, дай я тут ремонт, иди сюда, посмотри. Я сейчас, погибка, сейчас. Да мы слышали, пацаны взрывают, пришли, отжали две сишки. Ой, сишку. Купи я ремонт, наверное. Хотя его нельзя, да, будет ремонт. Да что за... Да, недостаточно прав. Ты же ходи, да. А, это ты? Здесь я смотрю, где-то здесь это строительство нет. Да, да, вот тут тут. У меня наверху разрешено строительство. Подстрой. А! Жди, стой. Топор есть. Я пойду быстро дерево нарублю. Один с болтовкой. Да, да. Он с дома, да, шмаляет. Еще один! Ты убил этого пэшечника? Пэшечника убил. Два болтовочника у меня только что попало. Ох ты ж, блядь. Надо было лучше его зарейдить до того оленя. Кто сейчас наш шмаляет? Фига мне, он с болтовки в голову упал. Где он? На крыше один, болтовки. Другой стуком где-то не забыли. Так там же можно подсадку сделать в окно.
Надо в окно, чтобы ты меня подсадил. Меня убили. Меня просто зависли, блядь. Голову ваншотнул. Ты рядом с тобой бегает, слышишь? Где-то ты бегаешь. Меня калаши вывезли, да? Тебя, по-моему, вообще сзади убили. Нет, там не убил. Тебя я сзади него... убили. Так я на него смотрел, у меня... Ай, калаш. Алло, тут. Чё, чё там, справляетесь? Алло, Кида. Чё? Справляетесь? Герча убили. Кто? Сзади, походу, его болтовщик снял. А ты чё? И там, тут ещё один накрыт. Как он мне попался, он даже не вылез. Бегу к вам. Ты долго будешь бежать. Сейчас ночь или утро? Темнеет или светлеет, скажи? Темнеет. А Влад где? Я здесь зимой, бля. ТПР, троги. Нас не убьют там? Жди, не смогу принять. Ой-ой-ой. Я не смогу принять. Вообще никак? У меня вообще крутится со стороны. Где вы, далеко? Да. Вот с той стороны. А вы кого рейдили? Минус один. Кого вы рейдили? Мы никого не рейдили, игру пацаны рейдили, мы пошли отжали сишку. Решили дорейдить. Сможешь принять? Где этот тупой болтовочник? Сейчас его убегу. Он мне что спектр писал. Можно свап. Он. Привет, на каком сервере? Да, да ясно. Все. Где ты? Вот он. Вон, видишь, откуда сейчас тебя шмонули? Вон с того дома. Вон, ты почти туда меня подсадишь. На другом доме еще крыса сидит. Как тебе сюда посадить? Тут, тут? В окно. Тут? Да, в окошечко. Убил? Да. Давай, что? Подсаживай. На нахер. Прыгай. Прыгай. Я запрыгнул. Ты прыгаешь? Да. О, сейчас нормально. Давай еще раз. Стой, стой. Тихо! С дома. Да ты... Ну, сзади! Ты чё меня так напугал? Да. Ну, я бы сам не навалил. Просто... Ну, ребята. Попал в него. Да, это же ему в голову. Я ему в голову дал. Сверху! Я ему в голову дал. Я говорю, наверху, в аккурате тут калаш еще. Мы положили, кажется, этот патрон доме ему в голову дал. Подсади меня вот сюда, вот в окно. Нам пацан, ты чё? На, крысу он тут решётку поставил. На крыше, на крыше! На этой? Да, да, вон он. Сжимать легко стало. А Герж где? Его убили. Когда он залагал. А, ты их дом, что ли? Нам здесь нечего делать. Мне кажется. Ты под домом ползаешь. Угу. Кого ты? Они там в доме есть. У меня потом их не так много. Да, пошли сюда. Геологический чат. Где это чмо?
Где там уже было? Яс. Герч. Было. Почему? Че, уже день, что ли? Но. Чароку до хера. Ну, ништяк же. Слышь, что мы тогда с бомжей 30-ку выбили? Ни хрена, слышь, 3 залутанных. Двое. А ты не вышел возле дома нашего бегать? Нет, я тут в пустыне вообще бегаю. Это у нас сейчас это, ограбят опять. Двое золотых пытаюсь именно со мной делать оба. Фух. Все, я полетел. Тебя? Алло, ребята, тут? Алло. Чё, чё делаем? Чё меня убили? А, я от холода сдох. А у тебя калаш в руках у меня был. Чё у тебя? У тебя, наверное, калаш в руках был. Я не помню, вроде топор был. Минус один. А, это что? Мой... Что? Меня убили! ТП быстрее кто-нибудь пишите, я приму. Куда? Ну быстрее мне в ТП. Я не могу, я весь я написал. Да бля. Быстрее. А кто это? Садись. А где они тебя убили? Быстрее, прям возле нефтекашки. Дай золотаю кого-нибудь, дайте мне быстрее оружие. Ну потом нет. Да потом поставишь, сейчас надо эти дебилы забрать. Ни одного, если он мне-то поехал еще. Стрейки. Так все дерево положил. Мать твою, хоть бы они не ушли. Где эти майнеймы живут? Не знаю, но у них шахты рядом с нашими. Давай их зарейдим нахер. Шахты? Да нет, их вообще, их дом. ТПР, Киви, Эрия, Сашири. У нас эти в этом костре все время угля так по 3000. Нас опять ограбили. Да? Ну не знаю, но у нас там было примерно около 400-500 фуйла. И сейчас там есть только 10 камня и 1500 сульфура. Пошли. Они очень долго. Мне кажется, это вообще так и есть. Попробуй вот это вот оставить, не забирай. Просто там оставь, зафиксируй это и просто пусть там лежит. А с другой писали что-то. Ну, вот рядом уже. Я сейчас глушак еще не делал. С другой 300 металла и... Высокого качества, да. Да, это так и есть, это оно слабо добывает просто. Нет, тогда реально кто-то украл, когда я первый раз, потому что там вообще ничего не было. И ты ж по 600 закинул, по 600 столько, наверное, есть, если не да, так. Да. Нет. Вот, положи сейчас сотни, тупо там сиди. Потом умножь просто на 6 и посмотришь, сколько у тебя должно быть ресурсов. Сотку положи. Потому что я уже оттуда 300 забирал. Я еще оттуда 300 забирал. О. А сульфур сколько оно мог примерно добыть должно было? Сульфур. Там сульфур вообще-то мало добывает. Сульфур мало добывает. А, ну тогда например, надо мало. В другое место ставить карьер. Вот тут вот, они меня убили. Точнее, он меня убил. Он, видишь, вон-то он валяется. Блин, я не поставил сухом на карьере так. Я вон там ниже валяюсь, вон там. Что, двери сами закрываются? Да.
Они бежали вот туда, в ту сторону, начали дом, походу, в той стране. Надо их найти, я хочу их зарядить просто. Вон еще какой-то дом. Я так пойду заряжу пока что. Заряжает ли какого? Только одну шашку туда. Чего там происходит? Еще раз попал. С кем война? Он опять там. Я ближе двигаюсь, когда. Они такие косые просто. Они с калаша палят, что ли? Давай их зарейдим. Поло. Ебать там, а... Там два... Такие косые просто. Погнали, мы их здесь клетим. Сюда тоже подходи, Кири. Ай, по мне попали, вот сейчас больно было. Мне вообще не больно. Я в одному голову попал. Пошли зарейдим их. Голову попал. Блядь, сука, почему они вообще это делают? Почему? Да? Нахер здесь с ним будешь идти? Вот если бы, кстати, вы бы нас не стреляли, они бы... Ну, кто стрелял? Не, они бы не стреляли. А чё, блядь? Там бы нормались, так что-то сдвинулись. Где вы? Вон там дом, помнишь, который говорил, ой, там что-то строится? Но. Вон, они из того дома херачили. Ну давай рейдить. Да какой только бомжей рейдить? Это бомжехатка, блин. А ты где, Свокси? Я тебя уже попал. Еще раз. Я на нефтекачке стою, или как там это? Брюки. На карьере. Брюки. А ты? У них железные двери. Ну, в тамбуре имею в виду. Что это, мать твою, такое? Построиться... Что? Алло, подстроиться можно. Кафа нет, что ли? Я тут могу строить. Строй. Надо дерево. Гейш, дай дерево. Дай дерево. Кистазь пропиши. Я приписываю недавно. Кистазь. Он же час в раз. Ой, раз в час. Нет, когда у меня. Этот, пусть вот идет. Я рублю все. Да кистартер напиши, дай нам. Фига рубить, когда есть кистартер. Лень захламлять. Армор. Апгрейдит, но. Двери стоят, но. У них картины есть. Пацаны, даете нам картину, и мы уходим. Рецепт картины. Пацаны, даете нам картину, и мы уходим. Рецепт картины. Так, сейчас напишу кицартер. Да к нему нужно можно. А, нет, не знаю. Опять еще одна это какая-то. Умник, да? Опять читера. Я застрял! Уйдите отсюда. Ну здрестите, чего там стоите-то? Алло, Свокси! Сейчас выходи, буду ломать. Ой, жди. Ну Свокси, уйди, уйди. Боже. И чё, они будут нам картину давать? Так. Сишку он затрахнёт, что хочется. Давайте на крышу посадимся и подстроимся, и всё. Подсадимся, и хера там. Нет, не строится. Не, смысл туда падать, ты даже не вижу. Или может сишку потратим всё-таки? Давай, зарейдим их, вы достали уже. Для видоса материал есть. Ты за картину. А я в десятку попал. Что она, ну, что бессмертная? Ну, без хпшная, имею в виду. Герш, ты поехали, давай зарем их. Нафига! Картина отожмем. Ну давайте бахнем, все равно отобьем. Здесь много сишек не надо. Ну тогда вы пойдете фармить, потому что задолбался уже фармить. По 20 да, тысяч. Да, я завтра утром на фармлю. Ну конечно, завтра утром, ты и последний с ним утром да, не говоришь.